Древний Киев – город, влияние которого на развитие мировой цивилизации трудно переоценить. Более тысячи лет тому назад с Древнего Киева начиналось могущественное государство Киевская Русь. Но и сегодня каждый может прикоснуться к истокам украинского народа, увидеть, какими были наши предки, как они жили, узнать, во что верили. Древний Киев на несколько дней оживает в уникальном парке «Киевская Русь». Здесь каждый год в конце лета проходит международный фестиваль «Былины Древнего Киева». Это самый большой фестиваль Европы с воссозданной историей и культурой Киевской Руси с 9 по 11 столетия. Грандиозное мероприятие, которое невозможно пропустить. Зрелище, которое заряжает патриотизмом, гордостью за свой народ и свою страну. Мы приоткрываем дверь, далеко забытое прошлое, подтягивая наш имидж именно до того уровня, каким он был тысячу лет назад. Древний Киев был не только городом мудрых князей, смелых воинов, но и умелых ремесленников. Гончары, ткачи, сапожники, кузнецы, ювелиры. Гости фестиваля «Былины Древнего Киева» могут открыть для себя секреты старинных технологий производства. И не только открыть, но и научиться что-то делать своими руками. Или купить оригинальные сувениры на любой вкус на ярмарке мастеров. А еще на этом фестивале можно увидеть, как одевались жители Древнего Киева, какой была мода в те времена. Особая гордость Древнего Киева в парке «Киевская Русь» – княжеская конюшня. Здесь можно увидеть первый живой музей лошадей исторических пород. Разнообразие впечатляет. У гостей фестиваля также есть возможность покататься на этих уникальных лошадях. А когда трибуны заполнены зрителями, начинается главное зрелище. На ристалище выходят витязи. Они демонстрируют исторически достоверное оружие и амуницию, в бою проявляют свою силу и сноровку. Здесь можно посмотреть на реконструкцию разных вариантов исторического боя. Одна из лучших площадок, вообще лучших фестивалей не только среди России и Украины, да, вообще в Европе. Потому что сам проект, да, тут большая крепость, пожалуй, самая большая, в принципе, из известных мне. Здесь есть возможность встретиться с ребятами, которых я больше нигде не видим, в принципе, на фестивале. А еще гостей ждет конно-трюковое шоу и многочисленные театрализованные постановки. Гости Древнего Киева в парке «Киевская Русь» и сами могут стать участниками увлекательного средневекового праздника. В исторической костюмерной они могут перевоплотиться в образы мудрых князей, бесстрашных воинов, гордых княгинь и очаровательных боярынь. Можно пройти мастер-классы по древним боевым искусствам, научиться владению мечом и копьем, метанию ножей и топоров, стрельбе из лука в средневековом тире. В Древнем Киеве очень красиво вечером. По всей территории зажигают факелы и костры. Это создает романтичную, загадочную и захватывающую атмосферу. Богатыри, восстановив силы после дневных поединков, готовы вновь ринуться в бой. Вечером гостей ждут массовые ночные бои, стрельба горящими ядрами из древней метательной машины «Требуше», огненное шоу, этнодискотека и фейерверки. Фестиваль «Былины Древнего Киева» 9-11 веков – это захватывающее путешествие сквозь столетия. Море впечатлений и прекрасное настроение. Неповторимое и зрелищное шоу. Фактически это популяризация нашей страны, ну, в таком сегменте любителей туризма, любителей боевых искусств, любителей адреналина. А таких людей, наверное, полземного шарика. Побывав на фестивале «Былины Древнего Киева», каждый может ощутить живую историю, понять, кто мы, украинцы, и откуда наши корни. А зная свою историю, уважая славу и культуру предков, можно уверенно строить свое будущее, свое государство.